В нашей области создан организационный комитет по подготовке и проведению на территории региона чемпионата мира по футболу 2018 года. Как известно, Волгоград вошел в число 13 российских городов-претендентов на принятие у себя футбольного первенства планеты. Среди основных задач оргкомитета – разработка проектов по строительству и реконструкции спортивных сооружений и объектов инфраструктуры, которые необходимы для проведения чемпионата мира по футболу. Кроме того, организационный комитет займется привлечением средств инвесторов. Работы предстоит достаточно много. Речь не идет только о центральном стадионе, его реконструкции или о модернизации. Речь идет о многих инфраструктурных объектах, естественно, начиная с аэропорта, и мосты, и дороги, и гостиницы, и... Нам нужно построить, уже сейчас выстроить работу таким образом, чтобы мы сейчас уже начали планировать, проектировать, учитывать все те недостатки или достоинства. И, собственно говоря, на достаточно таком системном уровне проводить всю эту работу по подготовке. По словам губернатора, который, к слову, и возглавил организационный комитет, уже сейчас между городами разворачивается настоящая борьба за право остаться в списке претендентов на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. И надо сделать все возможное, чтобы Волгоград достойно справился с поставленной задачей, организовал проведение международного состязания на самом высоком уровне. Это даст мощный толчок развитию не только спортивной жизни региона, но и в целом экономики области.